Сегодня прошла встреча представителей правоохранительных органов с представителями владельцев квартир. Участие в совещании приняли власти края и города. Как отметил Леонид Корженек, делается все возможное, чтобы помочь людям. У некоторых квартир сразу по несколько хозяев. Владельцам власти оказывают необходимую юридическую помощь. Люди реально обмануты, еще раз говорю. Попавшие в сложную жизненную ситуацию не останутся без помощи власти. Мы будем создавать условия для того, чтобы принимались меры по выходу из этой проблемной ситуации. Вот этот вышеизложенный случай должен послужить очень ярким сигналом к тому, что мы должны сегодня пересмотреть свою работу. На этой неделе обманутые дольщики жилсервиса встретились с губернатором края Вениамином Кондратьевым и попросили помощи властей. К решению проблемы подключились администрации и края, и города.